Друзья мои, всем привет! Напоминаю вам, что мы находимся в городе Полоцке, где сейчас проходит фестиваль единоборств. Четыре вида спорта: тайский бокс, кикбокс, самбо, боевое самбо, рукопашный бой, ММА. Серега Фирсов, руководитель и организатор соревнований. Серый, скажи, пожалуйста, как ты додумался до такой идеи проводить это мероприятие? Вообще, как часто это будешь проводить? Всем привет, Сергей Фирсов. Мероприятие додумался как? Все, что приходит сразу в голову, то и получается. Когда много думаешь, оно как-то так планируется. Затягивается. Да, а тут я бах, все, фестиваль, все, будем делать четыре вида. Хорошо, потом бах, мы, блин, как это делать? И постепенно, пошагово начали к этому готовиться. Ну и вот такой вот получился у нас фестивальчик международный. Отлично. Какие дальнейшие планы развития, перспективы? Дальнейшие планы, почему называется международный, мы будем его проводить и приглашать всех поляков за границу, людей, клубы белорусские, россиян. И проводить не только в городе Полоцке, мы будем, наверное, идти дальше. Мы будем проводить, чтобы наш фестиваль знал вся республика. Это будет Витебск, это будет Минск. Дальше все хочу рассказывать вам, будет интересно. Ясненько. Все отлично, все проходит хорошо? Спасибо. Это был руководитель спортивного клуба «Патриот», город Полоцк. И руководитель, организатор этого фестиваля. Первый международный фестиваль. Дальше будет еще лучше. Как он называется у нас? Время побеждать. Сегодня у нас мега крутое движение. Ребята, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать очень интересные прямые трансляции, а также для того, чтобы быть в теме спортивных новостей в стране и в мире. С вами YouTube-канал Big Sport и спортивный магазин Big Sport. Кстати, экипировочку для единоборств в спортивном магазине «Бигспорт» рекомендую. Ссылочку оставлю внизу в описании под этим видео.